идти. Давай, давай лучше туда. Да. Ладно, давай вместе. Давай, ладно. Сейчас подберем. Так, все. Всем привет, друзья, и мы сейчас на пикнике. Да, на природе. Здесь так красиво. Смотрите. Свежий воздух. Облака красиво. Да, и Насте бы облака показывать. Да. Так. Может, начнем есть? Или еще рано? Так, ну, не знаю. Здесь так красиво. Да, тут очень красиво. Трава, деревья, трава. Я уже сказала. Ну да. Так. Что тепло еще? Так. Да, кстати, очень тепло и нету снега. В один голос. Так. Да. У нас все-таки йогурты. Вкусненькие. Ладно. Всем пока. Да. До встречи. Все. Сами. Так. Так. Я все. Так, что мне нужно? Смотри, если сделать... О, куриная лапка. Да. Да, это Angry Birds. Ну, рогат. Ну, дай. А еще вот эти вот штуки хорошо горят. Вот эти. Ну, ай. Сейчас берем. Набери пару штук. Ну, так, Оленька. А вот это нам пригодится. Ой, божья коровка. Смотри, Настя, божья коровка. Она, наверное, еще спит. Не знаю. Давай ее подкинем. Да ну, она же спит. Ну ладно. Давай я положу больше. Давай дальше собирать. Да. Думаю, хватит. Сонь, ты что-то слышала? Да нет, не слышала. Тебе показалось. Мне показалось, что кто-то пробежал. Настя, давай собирать. Ладно. Соня, смотри! У нас крадут вещи! Быстрее, бежим! Стой! Стой! У него камера! Его телефон! Стой! Девочки, все. Нет, стоп! Теперь рассказывай, зачем ты украл наши вещи? Да. Стоп! Я шел, вещи лежали, я их взял. А тебя не учили, что чужое нельзя брать? Вот именно. Кто сказал, что это чужие вещи? Я просто взял и ушел. Какая разница, но они ж не твои. И вообще, кто бы в лесу оставил вещи и ушел? Да. Ну кто вы? Оставили вещи и ушли. А теперь идем к вещам и смотрим. Может, ты чего еще украл? Да, пошли. Идем с нами. Thank you.
Настя, проверяй внимательней. Хорошо. Так. Ну, здесь ничего важного. Дальше. Тоже ничего. Можно теперь идти? Да, да, иди. И еще. Больше такого не делай. И скажи спасибо, что мы тебя вообще отпустили. Угу. Слушайте, девочки, а можно хотя бы йогурт попросить у вас? Нормально вообще. Ты у нас вещи хотел украсть. Теперь еще и йогурт просишь? Слушай, может, все-таки дадим? Он есть хочет. Ладно, иди сюда. Держи. Спасибо. Тебя вообще ничего не смущает? Не. Ну, как бы мы хотели устроить пикник для двоих. Да, может, ты покинешь место и пойдешь себе там? Куда ты туда и шел? Да ладно вам, мне что, посидеть нельзя. Да, ты не только вор, еще и наглый. Угу. А где ты живешь? О, кстати, да, где? А кто вам скажет? Да, пикник не удался. Давай собираться. Давай. Так. Йогурт. Потом Настя выпьем. Вы уже собираетесь? Мне скучно с вами. Не, ну нормально вообще. Ты нам не друг, мы тебя не приглашали. Ты вообще должен был встать и уйти. И вообще не садиться. Это что? Ваш лес. Где хочу, там и сижу. Ну, это как бы наша подстилка. Да, и ты ее испачкал. И йогуртом, и кроссовками, и... Ну, девочки, я вам помогу. Ты куда? Короче, все, он убежал. Что я маме скажу насчет телефона? А камера? И что теперь делать? Я не знаю. Я в шоке. Слушай, ты же это все на камеру отсняла. Так он же ее у нас украл. О, точно. Как он мог? Он украл все. Все драгоценное. Угу. Такой маленький, уже такой наглый. Угу. Так еще, еще и йогурт выпил. И испачкал одеяло. Вот. Да, подстилку. Я не знаю, что я скажу маме. Я тоже. Телефон. Как вообще? Там вся самая важная информация. Ну да. А еще я не поставила его на пароль. Да. Вот. Что маме скажет? Вот именно. Если мы его найдем...